Сомнительные денежные переводы предложили приостанавливать. Соответствующий законопроект подготовил Центробанк. В документе предлагают разрешить банкам приостанавливать перевод на 2 дня, если у них появились подозрения. При этом сомнения должны иметь под собой основания. Для этого решили сделать специальную базу, где собрали сведения о попытках перевода средств без согласия клиента. По мнению экспертов, это существенно уменьшит хищение денег со счетов. В настоящее время документ находится на стадии согласования.